Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как я и обещал, сейчас проведем розыгрыш на 4000 подписчиков. Хочу сразу извиниться, что сразу, как только у меня появилось число подписчиков 4000, я не смог провести розыгрыш, но провожу его сегодня. Находим видео по розыгрышу. Я заранее просмотрел все комментарии, все лишние удалил, оставил только те, которые соответствуют условиям розыгрыша, чтобы не затягивать время. Проверил каждого участника на ссылку, на подписку, и чтобы все было у него открыто. Копируем ссылочку видео, вставляем его в рандомайзер и поехали. И победитель первого воблера, первый воблер это Шайнер, у нас канал «Хорошая рыбалка». Поздравляю данный канал, Александр Блохин. Александр, поздравляю тебя с выигрышем. Да, я заранее проверил, все выполнено. Ссылочка есть. Данный канал на меня подписан. Сейчас проверим, чтобы не было никаких вопросов. Розыгрыш у меня этот первый, поэтому немножко, может быть, я что-то делаю сейчас пока медленно. Но я точно знаю, что этот канал на меня подписан. Смотрим. Я как бы заранее все проверил и поставил всем участникам плюсик. У кого стоит плюс, те на меня подписались. Некоторых людей я предупреждал заранее, что какие-то условия не выполнены, и они это довыполняли. У Александра много рыболовных каналов, поэтому как бы себя еще тут и не пропустить. Сейчас поищем. Так. Так. Очень много каналов. Ага, вот мой канал. Все условия выполнены. Хорошо. Теперь опять открываем наше видео. Копирую ссылку и разыгрываем воблер Mudo Custom. И второй победитель у нас канал «Поиск сокровищ». Я тоже заранее все проверил. Я точно знаю, что этот канал на меня очень давно подписан. Поэтому, друзья,
Поздравляю победителей с выигрышем. Свяжитесь со мной, напишите ваши реквизиты. Почтовый ящик напишу в описании под видео, куда вы мне сможете скинуть свои адреса, и я вам вышлю данные воблера. На этом, друзья, буду заканчивать. Скоро на канале будут новые розыгрыши. Так что ждите, и вы обязательно выиграете.